Доброе утро, дорогие мои! Как ваше настроение? Как видите, у меня настроение еще миллион. Я вам хочу сказать, я сегодня, вчера уже подготовилась для вас показ мода. В конце концов, пришли мои одежды, и я, правда, устала, но для вас я готовила, потому что всегда пишите, тетя Руся, ну, пожалуйста, скажи, где ты покупаешь свои одежды. Во-первых, я хочу вам сказать, дорогие мои, ваша тетя Руся очень простая домашняя женщина. Никогда за брендом не бегаю и не бегала. Имейте в виду, я очень просто смотрю на такие вещи. Я всегда беру вещи, которые на мне сидят. Но я не выбираю бренд или чино, мино. У меня нету такой, который на меня сидит, я беру. Вот это, да хоть здесь у нас они шили, Пятигорская. Я бы с любовью одевала, лишь бы она на меня села красиво. Я на зеркало смотрю, мне нигде не тянет. Фигура все на место, платье мне сидит как надо, не торчит нигде. Все это мое. Я вот беру. Вот какая я была, я такая и осталась. Тетя Руся для вас готовила очень красивый модельный показ. Буду вам показать. Я с любовью буду ждать ваши комментарии. Надеюсь, что вам всем понравится. А если кому-то не нравится, ну уж извините, такая у меня фигура. Я хочу вам желать хороший день, хорошего настроения, позитивный. Самое главное – здоровье, дорогие мои. Здоровье, что нам это всегда не хватает. И я хочу, чтобы у каждого из вас, который смотрит меня, чтобы мечта сбылась, как у меня. У каждой женщины, у каждого мужчины есть мечта. Ну вот хочу, чтобы ваша мечта все исполнилась. Все, одежда повесила. Смотрите, сколько красота у меня ждет. Я должна все по одной штуке одевать и вам все показать. Так оно, конечно, красиво, но не так видно, как одето выдаст. Шикарная, закрывает все дефекты, у кого есть живот. Надеемся, похудеем, все будет хорошо. Эти девочки, какая платье красивое. Очень красиво. Ну как, Светочка? Красиво. Платье. Хорошенькое. Рыбка? Угу. Твоя свекруха еще станет рыбкой. Подожди. Ты прям серьезно настроена, я смотрю. Это же хорошая борьба, когда мне говорят, ты жирная. Я, наоборот, силу набираю. Буду рыбка. Ну как? Рыбка непростая. Исполняет все желания. Вот такая золотая. Красиво очень. Красиво и нарядно. И я бы каждый днем надевала. А что в этом жизни? На гроб собрать? Надо одевать. Красиво. Удобное, да? Очень. Как будто на меня нет платья. Такое ощущение. Посмотрите, девочки, какие у меня платья. Посмотрите, вообще красота какая. Смотрите, как она у меня сидит. Красивая, хотя не клёш, прямой. Ручки закрыты, все живот покрывает, ручки покрывает. Не могу налюбоваться, дорогие мои, столько платья. Прям как будто для меня шили. Я до смерти, мне хватит мои платья. Я буду с любовью ждать ваши ответы, как они сидят. На мне идет, не идет. Вы посмотрите, какая красота.
очень много вопросов. Тетя Руся, пожалуйста, оставляй ссылочку, где вы брали. Нам тоже уже свадьба начинается, выпускной. Я оставлю ссылочку, дорогие мои. Фоткайте, подписывайте, заказывайте. Каждый раз тетя Русю некогда, чтобы вам сказать. Переходите и подписывайтесь, чтобы не потерять хозяйку. Хозяйку зовут Лаура. Мы недавно познакомились, мне тоже через-через сказали, где хорошая одежда. Я вот через-через хороших знакомых его нашла. И я очень довольна, очень довольна. Сохраняйте, подписывайте, скрин делайте. Скоро выпускники, скоро свадьба, сезон начинается. Все такие шикарные платья только у Лауры. Я лично приобретила 15 штук. Но я вам хочу сказать, что мы не одели. Это оденет невестка. Смотрите, какая шикарная. Ну, еще покажем, потому что сегодня не успеваем, уже устали. Это для выпускники, смотрите, внучка оденет шикарно. То, что мы не успели, дорогие мои. Это опять невестка. Наряд шикарно, безумно красивая. Я вас обещаю, оденет моя невестка Света. Еще вот такая наряд, безумно красиво и приятно. Еще мы оденем. С любовью, ваш Арус Кавказ.